МПС каналында ойлоп табуучуларга арналган Челистен программасы анын алып баруучусу мен Каныбек Асанкараев саламатсыздарбы. Челистен программасы мамлекеттик патент кызматынын колдоосу менен ишке ашырылууда. Алгач биздин студияга келген сыноочу топ менен таанышып алыңыздар. Сейит Кошалиев, жеке ишкер. Сиапат Батырканова, мамлекеттик интеллектуалдык менчик фондусунун жетекчиси. Айбек Байдулотов, жеке ишкер. Кыргызстанда көптөгөн ойлоп табуучулар бар. Алардын арасында абдан уникалдуу, эч жерде жок жана коомго пайда алып келе турган долбоорлор бар. Бирок бүгүнкү күндө ал долбоорлордун дээрлик көбүн ишке ашырууда ойлоп табуучулар каражат жагынан аксап келишет. Челистен программасынын максаты ошол долбоорлордун арасынан мыкты деп табылган проектти инвесторлорго коомчулукка сунуштоо болуп саналат. Челистен программасы мамлекеттик патент кызматынын колдоосу менен өтүүдө. Андыктан катышуучуларыбызга ийгиликтерди каалап чыгарылышты баштайбыз. Аскарбек Жылкычыев, 58 жашта. Бишкек шаарынын тургуну. Кыргыз-Орус Славян университетинин окутуучусу. Топурактан ири көлөмдөгү курулуш кышын чыгаруучу машина тууралуу айтып берет. Наша разработка предназначена для производства крупноформатных строительных блоков. В первую очередь я хочу остановиться на том, чем вызвана эта проблема. Почему именно нужно производить крупноформатные стеновые строительные материалы? Это связано с тем, что у нас в республике ограничено пластические глины. Это во-первых. Во-вторых, сейчас всем известно, что все строительство ведется каркасным способом. И стеновые материалы в основном используются как заполнители. Поэтому нами разработано прессовое оборудование для производства крупноформатных строительных блоков и кирпичей. Особенность его заключается в том, что производство осуществляется полусухим способом формования. Тем самым мы исключаем зависимость качества произведенных изделий от пластических свойств глины. Устройство уже разработано, проведены экспериментальные испытания и показало правильность заложенных всех принципов при разработке этого оборудования. Вот на этом столе показаны образцы этих изделий. Это первое, это обожженный, это не обожженный. Здесь состав необожженного где-то 8-10% цемента, где-то 5% песка и остальное обыкновенная глина. Чем оно лучше предыдущих материалов известных, которые используют? Ну да, здесь 90-85% глины получается. Глина как природный материал по экологическим свойствам, да, она всегда признавалась там самая по теплопроводности и прочее. Может, она в цене или по звукопроницаемости, теплопроводности превосходит. Дело в том, что сейчас достаточно много стеновых материалов, например, газобетонные блоки, пенобетонные блоки, керамзитобетонные блоки. Ну, они не в полной мере отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к строительным стеновым материалам. А керамика, и уже испокон веков известно, что она наиболее полно отвечает требованиям, предъявляемым к этим материалам. И поэтому, вот, а что касается крупноформатные, вы знаете, что чем крупнее изделие, то возведение из этих материалов стен осуществляется более быстрыми темпами. Повышается производительность возведения этих стен. В связи с этим мы подняли, увеличили размер формуемых изделий. Сейчас вот эти изделия изготавливаются 18×15×38. Это заменяет примерно 5 обыкновенных кирпичей. Следовательно, столько же повышается производительность при возведении стен из этих изделий. Ну вот эти вот отверстия внутри, я так понимаю, для теплопроводности. Это для теплопроводности, повышения, да. Ну, с одной стороны, для
снижение теплопроводности, с другой стороны, для снижения расхода материалов. Здесь пустотность составляет порядка 30% от объема. И основная еще особенность, что происходит полусухое формование, где-то влажность 8-12%. И поэтому исключается зависимость от пластических свойств глины. А вот по весу сейчас, да. Сейсмостойкость, да, кирпич считается тяжелым материалом традиционно, поэтому эти для возведения многоэтажных зданий, конечно, нужно обожженно использовать. И более того, что эти стеновые строительные материалы используются как заполнитель, не как несущие. Все мы знаем, что сейчас в основном используется каркасный способ возведения жилых зданий и промышленных зданий. Поэтому эти изделия, если обжечь, то они будут просто как заполнитель использоваться. Чтобы выйти на рынок и быть конкурентоспособным, всегда должно быть качество, оно есть, и цена соответственная. Она дешевле существующих материалов? Как она обходится вообще? На сегодняшний день вот эти необожженные блоки продаются по 15 сомов, а себестоимость где-то в районе 10 сомов. И достаточно очень разбирает это. А что касается, мы еще не обжигали это, я имею в виду промышленных масштабах. А вот это экспериментальный такой обжиг. А по прочностным характеристикам, если так судить, просто имеется в виду, если облицовка фасада будет идти, если там будет применяться какой-то вот, ну, этот, скажем, вентилируемый фасад, там, керамогранит, вот эти вот 60 на 60, то, что используют. Ну, это, конечно, не то. Или вот какие-то несущие профили будут анкером вбиваться сюда. Она, то есть... не, она в этом плане отвечает полностью. Что касается вот газобетонных, пенобетонных блоки, они же их не... Ну, вот, несущая способность очень маленькая, поэтому гвоздь или, допустим, что-то вбить, они проблемные. А это обыкновенно получается, когда кладка, ну, как обыкновенно, это керамический, ну, как обычно керамический. Ну, то есть у него скола не будет, да, например, если отверстие делать, как анкировка? Ну, если она уже будет выложена, не будет она. По объему, сколько вы, допустим, сейчас готовы выпускать или в дальнейшем, как она? Один станок, допустим, определенный, допустим, наверное, бывает характеристики, сколько объема выпускать? Я понял вас. Дело в том, что сейчас мы работаем над проблемой повышения производительности. На сегодняшний день вот эта установка выпускает в день по 600 блоков вот этих. Это равно на 5-3 тысячи условных кирпичей, да? Мы хотим довести его до 1000-1500 тысячи производительности. Тогда бы она более удовлетворяла бы спрос населения. А, и тогда, что вам нужно для этого? Нам деньги? Для этого нужно средства. Сколько? Ну, вот этот станок обходится на сегодняшний день где-то 450 тысяч сомов. Ну, если бы было бы, по крайней мере, ну, чтобы его механизировать загрузку, во-первых, и, во-вторых, повысить производительность до 1000-1500 в смену, было бы хорошо. Для этого, ну, порядка то 500 тысяч. Еще дополнительно? Не, ну 500 тысяч я имею в виду на уже модернизированный прессооборудование. А с сырьем проблем нет? Ну сырьем карьер, тут местное, все местное, рядом. Ничего такого нет. А станок производства Китая, Россия? Нет, станок мы сами производили сами здесь, в Институте машиноведения Академии наук. А, ясно. Отлично. Чоң рахмат, очень интересная у вас разработка. И думаю, инвесторам есть на чем подумать. Вот дешево и сердито, да, каких-нибудь полмиллиона и бизнес. Даже так смотреть, очень красиво смотреть. Да. Самое главное, она проверена, то есть все работоспособная конструкция. Угу. На него получено порядка 5-6 патентов наших. Угу. Уже есть. Угу. Замечательно. Успехов вам. Спасибо большое. Спасибо. Құрылыш қышын шығаручы машина. Артықшылықтар, қосымша материал талап қылынбайды. Тез уақыт ішінде көп қыш шығарады. Кемчиліктері жоқ. Анда месе кейінгі ат салышып жатқан ойлап табушымызды қабыл аламыз.
Қайрат Назарбаев, 31 жаштан. Бишкек шаарынын тургуну. Кесиби архитектор. Азаттық майданы жана үркүн шейиттери аттуу үркүндүн 100 жылдыгына арналган курулуш долбоорун бизге сунушту. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Мен өзүм Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинен келдим эле. Ошол университеттин улук мугалими болом, архитектура кафедрасында иштейм. Мен сиздердин астыңыздарга сунуштап алып келген долбоорум бул деген өзүбүз билгендей быйыл ошо үлкөн кыргыз шоолу 1916 жылдын кыргыз шоолу окуяларынын 100 жылдыгын белгилеп турабыз. Ошого арналган долбоор жыйды элек. Долбоордун аты болсо Азаттык майданы жана Өлкүн шейиттери деген руханий маданий борбору. Башка окуяларга салыштырмалуу өлкүн окуясында бир да баатыр жок да, бир да ат жок да. Ушул 16 жылы кыргыз эл үстүн баары тең жапа чеккен да. Өлкүн окуясы негизи жалпысынан алып келгенде бул деген эгемендүүлүктүн биздин Кыргызстандын эгемендүүлүккө умтулуусунун символу деп ушундай чечимге келгенбиз да. Ошо эми долбоордун авторларычы. Анан бияка деген бул ушул долбоор 3 бөлүктөн турат да. Биринчиси өлкүн шейиттери мемориалдык комплекси, экинчиси Азаттык майдан, анан үчүнчүсү тарыхый комплекс да. Азаттык өлкүн шейиттери деген бул деген монументалдуу комплекс. Биз деген бул ошо 16 жылды эч качан унутпайлы, эстеп жүрөлү, экинчи мындай окуя кайталанбасын, жаштарга патриоттук чувствону жогорулатыш үчүн эле эметилген атайын комплекс да. Бул деген түндүк тарабында жайгашкан да. Анан эң түштүк тарабында болсо жогору жагында тарыхый комплексин жайгаштырып жатабыз да. Аяка деген ошол эле биздин эге кыргыз эли эркиндикти сүйгөн эл катары баалап ошол жака биз деген мына Мухаммед кыргыз өзүңүз билесиз. Барсбек баатыр ошонун баары тең эле кыргыздын баарын топтоп эркиндикке чыгабыз, өзүнчө эметебиз деген мамлекет курабыз деген кишилер болгон да. Анан ошол биздин баатырларыбыздын, биздин кыргыздын элинин жанагы эркиндикти сүйө турган эле ошол эле чыгабыз деген эле символдор болуп Азаттык майданы деген эме куралдап атабыз да. Ушул проектке канча бюджет кетет? Экинчи суроо болсо, тиги сиз айтып кетпедиңизби, Кыргызстандын символун деп көрсөтөм депчи, ошонун ошол боюнча оюңуз кандай? Символ дегенди кандай түшүнсө болот? Рахмат сурооңузга, түшүндүм. Биринчи суроо боюнча жооп берип кетсем, бул албетте аябай көп каржы талап кылат. 500 миллиондой общий уже комплекстин баарын курса ошондой акча кетет го, сом кетип калат го. Так эсептелингенби ал 500 миллион? Укрупненно да. Биздин деген ошо символ деген бул өзү деген монумент 35 метр узундугу, бийиктигичи 35. Жанакы эме Манастын эмесиби? Бул деген ошо биздин белгиси. Тияктан телевизордон көрүп атасыз, ак болуп турат, ак тайбал э. Бул деген биздин баалуулугубузду сактаган символ түрүндө берилген белги болчу да. Мисалы ар жерде бир канча курулуш бар да, туурабы? Ошол курулуштардын негизи проекттери барбы? Даяр. Мисалы мен болбосом может башка бирөө келип туруп салам десе, ал үчүн колунда проект менен келип көрүш керек да. Бар да э алар, силер даярбы уже? Даяр. Рахмат. Сизге кирип калайыз. Рахмат сиздерге да. Азаттык майданы жана Өркүн шейиттери артыкчылыктары мекенчилдикке чакырат, туризмди өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Кемчиликтери көп каражат талап кылынат, толук иштелип бүткөн эмес. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылыштын акыркы катышуучусун тосуп алабыз. Кубатбек Муктарбек уулу 40 жашта. Бишкек шаарынын тургуну, кесиби боюнча инженер-механик. Бизге акылдуу жол белгиси тууралуу кененирээк айтып берет. Бул урматтуу калыстар тобу, мен атым Кубатбек, мен Кыргыз мамлекеттик техникалык университетте иштейм. Ошол жакта анчамча биз командабыз менен бир идеяны жасап чыкканбыз. Өзү баягы орусча айтканда имя нарицательное деп коет экен, умная зебра деп атап коюшту.
негізі біз өзіміз мына техникалық терминмен айтып отқанда біз мұны деген неме деп айтылып отқанбыз. Вызывной деп қойды, кнопканы басқанда вызывайды деп, анан өтесің деген сияқты ұшында термин бар. Бірақ өзімде именно нарицательный пайда болып қалды, умная зебра деген. В принципе, умная зебра бойынша қала берсін, мен ошо принципе бескеділі. Ошоны презентовать етеді дегенбіз. Мұның жазағаны негізгі мақсаты. И действительно, біз таз өзіңіздер байқағандай, зебра көйді, айтпақшы, зебра көйді, бірақ зебра көйгенмен, ошо, к сожалению, наезд на пешехода именно зебрада, бұл чоң проблеманы тудырады. И біз илимий специалисттер ушуну изилдеп көрсөк, бұл жерде чоң проблема тудырган бұл деген зрительный контакт деп коет между водителем и пешеходом. Дейді, зрительный контактты создавать етиш бұл чоң проблема. Бұл не деген сөз? Пешеход жолдун чекесіне келіп, мен өтөмін деп аракет кылаткан кезде ошондо зрительный контактты коет, водитель да көрүш керек, участник дорожного движения. И пешеход да экөөнүн ортосунда бир какой-то контакт жүрүш керек да. Контакт жүрүп, мен өткөн атам, мен өткөзгөн атам деген контакт жүрүш керек да. Ошол аябай чоң проблема да. И ушул жерде биз максаты ушу зрительный контактты ошо кылып көрөлүк деп, ушу как раз ушундай мындайча айтканда умный зебра деп атап койдук, вызывной кнопканы басып туруп, ошо пешеход менен водитель ортосунда зрительный контактты пайда кыла ала дегенбиз да. Өзүңүздөр баягы видеодо көргөндөй күндүз и кечинде, кечинде деле оказывается капкараңгы караңгы түндө зебра көрүнбөй деле калат. А могу мигалка болгондо оказывается жакшы нерсе экен да. Азыр өзүңүздөр байкаганда шаарда азыр эме лежачи полицейскийлерди кое башташты. Анын мен эффективдүү эмес деп ойлойм. Кышында бизде билесиздер кар жайт. Ушул асфальтны жана эме асфальттан жазылган зебра алабыз, үстүнө муз тоңуп машина өтүшкө невозможно болуп калат. Аны ким тазалайт? Бул деген чоң проблема да. Поэтому биз ушуну предлагать эткенбиз, бул жерде менин оюмча бул жакшы. Анткени баягы пешеход жок кезде бул мигалка иштебейт. Пешеход бар кезде бул иштеп келет, поэтому вниманияны жакшы басканда иштейт. Басканда иштейт, баспаса иштебейт. Буйрук менен гана. Вызывной да, ошентип айтканда. Биздин ички иштер министрлигине кайрылып көргөн жоксузбу бул? Бул негизи ички иштер министрлиги менен чогуу кылынган, Дорнадзор менен кылынган эме. Согласованно, ошо как раз ошо алар ошо айтты, биз спецсигнал колдонбогула, сары болуш керек. И действительно практика көргөзгөндө действительно биз көк менен кызылды колдонгонго акыбыз жок. Бул жерде сары цвет. Биз кичинекей кезибизден бери бизди мектепте үйрөтөт. Туурабы? Детский садда үйрөтөт, тарбиялайт. Пешеходдун светофордо кызыл күйгөндө өтпөйсүңөр. Биз балдарды ушинтип үйрөтөбүз. Жашыл күйгөндө өтөсүңөр. Ушул жактарды дагы эске алдыңыздарбы? Ооба, эми баягы кызыл свет менен көк свет бул деген эме да, баягы эменин светтери да булчу спец разрешение. Биз эми баягы союз убагынан башталып ошону баягы билим катары алып баягы кичинекей кезибизде ошону үйрөнүп атпайбызбы? Эми кызыл светке өтпөйт, жашыл светке өтөт. Сары цвет баягы предупреждение. Бирок максаты ушул атпайбы, зрительный контакт предупреждающий атпайбы. На самом деле правило боюнча деле туура да. Биз предупреждающий атпайбыз. Светофор жок жерге коюлат экен, э? Зебра, только зебра коюлат. А зебра негизи бул деген водителге, то есть пешеходко анысы деле приоритет берет. Кепте бул жерде пешеход водитель токтош керек по-любому. Бул мигалкасы жок дечи. А биздин максатыбыз бул жерде баягы водительдин көңүлүн буруу да ошогочу. Пешеход кетти депчи. Даярдан токтогонго. Анткени бул жакшы жер, бул алыс эле жерден пешеходко мындай эме, мисалы караңгы болобу, алыс болобу, алыс эле жерден көрүнөт да, жаркырапчы. Пешеход кетти, көңүл бур депчи. Скоростту азайтыш керек болот. Рахмат чоң сизге. Чоң максат коюпсуздар, жакшы керектүү нерсе экен. Ийгилик каалайбыз. Акылдуу жол белгиси. Артыкчылыктары: жол жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыздайт. Күн энергиясы менен иштейт. Айдоочуларга эскертүү берет. Кемчиликтери жок. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер өзүңүздөрдө 3 катышуучубуздун долбоорлоруна күбө болдуңуздар. Эмесе жыйынтык чыгаруу маалы да келди. Кайсыл долбоор финалга татыктуу? Кимдин ойлоп табуусу уникалдуу жана ишке ашырууга мүмкүнчүлүк кала алат? Сөз кезеги сыноочу топ сиздерде. Анда эмесе урматтуу калыстоонун мүчөлөрү, жыйынтык чара турган маал келип калды. Азыр биз экинчи турга кимди өткөрөбүз, ошону чечип кеңешип алышыбыз керек. Айбек. Менин оюм, пикирим боюнча Жылкычыев Аскарбек, анан Кубатбек Муратбек уулу кирпич менен пешеходный жолдо эме? Светофор, зебра. Зебра. А үркүн боюнча айда проект болгон үчүн анан да инфраструктура да белгисиз болгон үчүн чечилели үчүн. Сизчи, сиз. Мен дагы сиздин оюңузга
кошулам. Негизинде ойлоп табуу маселеси боюнча болсо, бул жерде туура эле болот, ошол пешеходный светофорго бир салым кошкон сыяктуу аракет кылышыптыр. Ошол жагын колдоп кетиш керек. Кайрат Назарбаевдин проекти боюнча мен ойлойм, муну баягы правительственный уровеньде көзөмөлү алып, ошол жакка кат жазып, ошол жакта чече турган нерсе деп. Демек, бүгүнкү жеңүүчүлөр болуп биздин Жылкычыев Аскарбек, кирпичтин автору, жана Кубатбек Муктарбек, акыркы коопсуздук зебраны тартуулаган авторлар экинчи турга өттү. Куттуктайбыз. Чилистен программасына катышууну каалаган ойлоптоочулар да төмөндөгү номерге чалып катышсаңыздар болот. Сурап билүү телефону 0552-68-0088 жана WhatsApp аркылуу пикирлериңиздерди, сунуштарыңыздарды жана суроолоруңуздарды жөнөтсөңүздөр болот. Саламатта болуңуздар.